Финансисты Чувашии отметили свой профессиональный праздник. И традиционно серьезный разговор о достижениях и задачах сопровождался культурной программой. Итоги подвели и КВНщики отрасли. Работа финансистов Чувашии, их ответственное отношение к решению поставленных задач – это в конечном итоге благополучие всего региона и его жителей. По мнению федеральных экспертов, в настоящее время финансовый блок республики является одним из самых сильных и профессиональных в стране. Как отметила Лариса Ерошкина, директор департамента межбюджетных отношений Минфина России, Чувашии есть чем гордиться. Республика третий год подряд занимает первую степень по качеству управления финансами. Всего же в России только 8 субъектов, длительное время удерживающих лидирующие позиции в группе лучших. В республике обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. Растут собственные доходы бюджета в этом году уже на 13%. Одновременно снижается госдолг за 3 года на 2,5 миллиарда рублей или почти на 18%, подчеркнула министр. В гала-концерте КВН приняли участие команды финансовых и кредитных организаций Чувашии с лучшими номерами сезона.